На дрейфующей станции Северный полюс 3 в центре ледового лагеря находится небольшой домик радиостанции. В нем всегда горит свет. Это владение радиста Константина Митрофановича Курко. Он зимовал в Арктике на многих полярных станциях. Работал на дрейфующей станции Северный полюс 2. И сейчас через его радиостанцию отважные полярники узнают о всех событиях, которыми живет страна и весь мир. Сюда Константину Митрофановичу часто заходит послушать по радио последние известия, послать или получить телеграмму от родных и близких. Телеграмму из дома получил аэролог Цигельницкой. А начальник станции Трёшников зашел сюда, чтобы послать домой жене и детям говорящее письмо. И Константин Митрофанович записывает его слова на магнитную пленку. Надо сообщить по радио очередной ход в шахматной партии. Коллектив дрейфующей станции проводит радиоматч с командой теплохода «Ленинград», который плавает сейчас в южных морях. Радист Курко поддерживает постоянную связь с большой землей.